Этот год для Ленинского округа отмечен масштабной реконструкцией проезжих частей, которая затронула 50 объектов в разных частях муниципалитета. На ремонт потрачено порядка 280 миллионов рублей. Кроме того, обновлено покрытие и региональных дорог, проходящих через наш округ. Одна из них – Володарское шоссе. Непосредственно территория от жилого комплекса «Пригород Лесное» до съезда на Каширское шоссе. Запланирован несколько этапов работ. Это очень крупный проект, который идет под эгидой правительства Московской области. Значит, первоначальным этапом идет у нас капитальный ремонт, расширение автомобильной дороги от ЖК «Пригород Лесное» до автомобильной дороги А-105 федерального значения. Значит, там появятся две полосы в каждую сторону и будет осуществлен более легкий выезд в Москву жителей не только «Пригород Лесное», поселка Володарского, Молокова, Остров. Еще одна дорога регионального значения, которая давно нуждалась в реконструкции, в этом году она наконец была произведена, Расторгуевское шоссе. Участок возле микрорайона Бутово парк. Здесь в рамках программы по борьбе с пробками организовали дополнительную выделенную полосу для общественного транспорта. А для удобства пешеходов создали несколько регулируемых наземных переходов. Процесс идет, на месте мы не стоим. Администрация, депутатский корпус сделан все для того, чтобы жителям обеспечить благоприятные условия для проживания и комфортные условия для движения к станциям метро и к общественному транспорту. Эти и другие уже завершенные участки дорог проинспектировал депутат Московской областной думы Владимир Жук. Как отметил народный избранник, реконструкция дорог в округе выполнена качественно. Замечания незначительные. Муниципалитету повезло с подрядчиками. Бюджетные деньги, поэтому мы должны все посмотреть внимательно, насколько они хорошо освоены и насколько качественно проведены работы. Впереди еще большой объем, потому что жизнь у нас на месте не стоит. Сегодня мы сделали одно, а завтра надо увеличивать это, наращивать дорожную инфраструктуру. Нагрузка на дорожное полотно постоянно увеличивается, трафик растет, жители прибывают. Поэтому, конечно, впереди большие работы. Показали Владимиру Жуку и участок улицы Березовой, ведущий к большому круговому движению, на котором этим летом произошла масштабная реконструкция. Это один из самых долгожданных для горожан проектов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Биднетве.